Добро пожаловать на программу «Расцвет пробуждения». Это я, ее ведущий Гермес Фалькао-младший. И сегодня у нас для вас особенная программа. Мы говорим об Иисусе, желаемом всеми народами. Божий план всегда состоял в том, чтобы спасти весь мир, достучаться до людей из всех народов, его народ — Израиль. Но благословение приходит из Израиля на весь мир. Он сказал Аврааму, в тебе благословятся все народы. Я покажу вам несколько сюжетов с реки Иордан и с Иопией. И мы поймем, насколько важно понимать Божий план, понимать, что во Христе благословятся все народы. Итак, почему же река Иордан? Мы знаем, что именно там Иоанн Креститель крестил Иисуса. И это было значительным событием служения Христа, потому что мы знаем, что через крещение Он получил силу Духа Святого, чтобы исполнить предстоящее Ему земное служение. Библия говорит, что небеса отверзлись, и Дух Божий сошел на Него, как голубь, и глаз Отца произнес, «Это Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение». Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея 3 главе. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну, креститься от Него. Иоанн же удерживал его и говорил: Мне надобно креститься от Себя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И все глаз небес, глаголющий, сей есть Сын Мой, возлюбленный, в нем Мое благоволение». Это был крайне важный момент, ведь Христос принял силу от Святого Духа, чтобы исполнить свое служение. Из 4 главы Евангелия от Матфея он пошел в пустыню, где дьявол искушал его. Он постился. Мы знаем, что ему пришлось противостать искушениям. И после этого он начал свое земное служение. Первое чудо произошло в Кане Галилейской, а после этого чудеса полились рекой. Добрая весть распространялась. Иисус учил людей притчами. Затем Он был распят за грехи всех людей. Он воскрес из мертвых и вознесся на небеса. Послания Евангелия были переданы ученикам, дабы им продолжать распространять Евангелие во всех народах. Им нелегко было это принять. Вы услышите о Петре, которому Бог открыл видение, что благословение, не только для Израиля, но для всех народов. Божья мечта всегда включала все народы. Мы читаем в книге Откровения, что люди из всех племен, языков и народов будут во веки поклоняться Богу. В этом сердце Бога. И чем ближе вы к сердцу Бога, тем больше вы впитываете это в себя. В Царстве Божьем не имеет значения цвет кожи, язык даже наше гражданство. Мы все одно во Христе Иисусе. Все существующие барьеры, все предрассудки, которыми живут люди, разрушены, когда вы во Христе. Во Христе мы все едины. Во Христе мы граждане Царства Божьего. Во Христе мы дети Божии. Все земные барьеры разрушены в Нем вырождены свыше для Его Царства. И во время Его крещения мы также видим, что Иисус подал другим пример, крестившись. Позже в 28 главе мы видим великое поручение. Христос поручил нам делать учеников во всех народах. Он говорит, научите их всему тому, чему Я научил вас крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Поэтому, если вы спасены, я призываю вас креститься. Для чего? Так велел нам Иисус. Это публичное заявление о вашей веры во Христа Иисуса. Вы сообщаете через это всему миру, что вы умерли со Христом. Я умер для греха, умер для этого мира, умер для вожделения плоти, умер для всех грехов и искушений этого мира, для того, что значимо в этом мире, я воскрес для новой жизни во Христе Иисусе. Он заплатил, чтобы я мог иметь жизнь. И я заявляю всем, что верую в Него. Итак, крещение вас не спасает, но это печать, которая подтверждает ваше посвящение Иисусу Христу. Поэтому, если вы еще не приняли крещение, я призываю вас обязательно принять водное крещение. Это важно. Даже Иисус крестился. Тем самым Он подал нам пример. Мы покажем вам сюжеты с реки Иордан и Изиопии. И после этого мы снова вернемся в студию. Со мной будет мой отец. Мы будем говорить о важности язычников и о плане Божьем. Бог пообещал это Аврааму, и это обетование исполняется в наши дни. Исполняется во Христе, потому что все народы благословлены во Христе. А затем мы помолимся о вас. Мы верим, что Бог коснется вашей жизни и сделает вас послом Божьим во всех народах. Сделает тем, кто приносит спасение, проповедуя людям Евангелие. Я видел в своей жизни людей из самых разных народов. Это были перуанцы, филиппинцы, норвежцы, финны, россияне, американцы. Мы также были в Африке, и я видел эфиопов, ну и, конечно же, бразильцы, наши братья. И всех их коснулась Евангелие. Они были спасены. Дух Святой коснулся их. Я вижу исполнение обетования Божьего, данного Аврааму. В тебе и через тебя благословятся все народы. Через твое семя, через твоих потомков благословятся все племена. Иисус есть желанный всеми народами. Он тот, в ком так нуждаются, и кого так жаждут все люди. При встрече с Ним они встречаются с полнотой, с целью, узнают, каково их предназначение. Мы отправляемся на берег реки Иордан, где поговорим более подробно о крещении Христа. Затем заглянем в Эопию. В конце мы помолимся о вас и ваших нуждах. Мы верим, что Бог сильно коснется вашей жизни. Поехали. Я нахожусь у реки Иордан, в месте, где Иоанн Креститель крестил Иисуса. Вы все помните, что когда Иисус крестился, на него сошел Дух Святой, как голубь. И глаз Отца произнес, «Это Сын Мой, в Нем Мое благоволение». А в этом месте он принял силу Духа Святого, чтобы начать свое служение. Он ходил по всем селениям, исцеляя и освобождая людей, мучимых дьяволом. После крещения и Иисус отправился в пустыню, где его искушал дьявол. После этого началось его земное служение. Это важное место, и по сей день люди приезжают сюда со всего мира, чтобы креститься в этой воде. А в этом месте Иоанн Креститель крестил многих людей, которые приходили, исповедовали свои грехи и каялись в своих преступлениях. Прямо здесь, на этом месте... Это значимое место для христианства и также важное историческое место. Принимая водное крещение, помните, что во время крещения вы рождаетесь для новой жизни. Ваш ветхий человек погребен. Вы воскресаете для новой жизни во Христе Иисусе. Это важно для вашей христианской жизни и важно для духовного мира также. Какое прекрасное это место. Мне здесь очень нравится. Верю вам тоже. Привет всем, я нахожусь в старом городе Опия, который сегодня называется Яфом. Мы на берегу Средиземного моря. Этот город очень важен, потому что именно здесь апостолу Петру было дано видение, в котором он увидел скатерть с животными, разных видов на ней. Бог проговорил к нему, сказал, Петр, встань, закали и ешь. На что тот ответил, что ты, Господи, я ни за что не стану есть нечистых животных. Эти животные не кошерные. Я никогда не ел ничего нечистого. Но Бог снова обратился к нему. А вот что он сказал. Что Бог очистил, не называя нечистым. Все эти нечистые животные на скатерти символизировали людей из всех народов мира. Все человечество то есть Бог открыл двери спасения для всех, без исключения народов на земле. Любой человек в этом мире является кандидатом на спасение. Спасение не только для иудеев, но также и для язычников. Петр получил это откровение в этом самом городе. Это символично, потому что мы видим перед собой Средиземное море как ворота в целый мир чтобы принести людям спасение. Я с особым трепетом стою на этом месте, в городе Яфа, по-старому в Иопии. Это важное место, потому что в истории спасения человечества этот город стал важной вехой для того, чтобы Евангелие Иисуса Христа распространялось по всему миру. Так чудесно осознавать, что когда-то Несколько человек понесли Слово Божие. Они взяли его как светильник, свой разум, свое сердце, свои уста, и сегодня мы провозглашаем его здесь, на святой земле, в городе Яфа, откуда оно и начало свое триумфальное шествие. Мы снова приветствуем вас в этой студии. Мы говорим сегодня об Иисусе как о желаемом всеми народами. Со мной рядом мой отец Гермес Фалькао старший. Вы видели видеосюжет, снятый в городе Яфа. Я попрошу отца рассказать вам более подробно о значении этого города в христианской истории, потому что мы понимаем, что Божьей целью всегда было охватить спасением весь мир. Почему нам так важно понимать, что произошло в этом старинном городе? Во-первых, я хочу поблагодарить за возможность снова быть здесь. Для меня огромная радость говорить с вами о Боге. Сегодня мы говорим об Иопии. Это особенный город среди остальных иудейских городов. Он небольшого размера, но мы не должны забывать, что он тесно связан со столицей Израиля, городом Тель-Авивом, было такое время, когда город Иопия разросся, и его пристройки выросли в большой город под названием Тель-Авив. Но Иопия сам по себе — это очень древний, старый город. Сегодня он называется Яфа. Не так ли? Да, ее называют Яфа, Джафа, Япа, Названия разнятся на иврите и на арабском языке, в зависимости от того, на каком языке вы произносите. В древности город принадлежал финикийцам, потом его завоевали евреи, уже позже город захватили арабы, потом пришли крестоносцы и отвоевали город назад. Затем он был захвачен Османской империей, Долгое время он лежал под игом различных султанов, султана Сулеймана в частности. Город был на расхват, скажу я вам. Да, его разрывали с разных сторон. Что так типично для всего Израиля. Вы знаете историю. Какое ключевое событие в этом городе открывает нам цель Бога для язычников? Бог открывает свое сердце в этом городе. Его желанием всегда, во все времена, было спасение всех людей. Он желает спасти каждого человека в этом мире. Иопия действительно очень важный город, потому что он связан с тремя очень важными людьми в Библии. Первый, кого я хочу упомянуть, так это пророк Иона. Иона был единственным пророком в Израиле, кого Бог призвал говорить языческому городу. Если мы посмотрим на любого другого пророка в Библии, Несмотря на то, что они могли служить и говорить Египту, скажем, Великому Вавилону и другим странам, что, кстати, они и делали в свое время, но они сами не ходили в эти земли. Они оставались в Иуде и пророчествовали оттуда. Да, но Иона, он был послан. Да, он получил от Бога особое задание. Бог призвал Иону пойти в Ниневию и пророчествовать этому народу. Многие люди слабо представляют, что это означало. И он очень расстроился, огорчился на Бога. Ни за что я не пойду в Ниневию. А почему это нет? Ну, во-первых, это был языческий народ. И в то время они были для евреев самыми злейшими врагами. И он знал, насколько жестокими могут быть ассирийцы. Когда Ассирия вторглась в его страну, они разрушили города, убили мужчин, женщин и даже детей. Они разрезали животы беременным женщинам, и все это описано в летописях. Это были очень жестокие, тяжелые люди. Это крайняя жестокость. Да, они были крайне жестоким народом. Но Бог милостивый Бог. Он призвал Иону и сказал ему пойти в Ниневию и говорить этому городу, что если они не покаются через 40 дней, Бог придет и погубит их. Иона понимал, что Ниневия — это враг Израиля, но и его личный враг. Он желал им погибели. Да, он думал, а почему нет? Я хочу, чтобы Бог их всех погубил. Я не пойду туда и не стану ничего делать. Я не дам им возможности покаяться перед Богом. Он решил убежать от Бога. Он решил отправиться в Опию, в современную Яфу. Сел там на корабль, на котором решил уплыть подальше. Поэтому город Яфа связан с призванием язычников. Уже во времена Ионы Бог хотел предоставить языческому народу возможность покаяться, и, кстати, очень жестокому языческому народу. И он решил убежать в Таршиш. В Европе он сел на корабль, который следовал в Таршиш, а дальше вы все знаете, знаете, что там произошло. Корабль попал в шторм, и он спал. Вот его разбудили, потом моряки бросили жеребий чтобы он указал им на виновного в этом несчастье. Жребий пал, конечно же, на Иону. И он и сказал, «Выбросьте меня за борт». Моряки не слишком хотели этого делать, но под давлением сильного шторма, видя, что ситуация только ухудшается, они решили все-таки послушаться его и сделать так, как он велел. Тем более... Собственная жизнь была им, конечно же, дороже. Они выбросили его в море, и, как вы знаете далее, Иону проглотила большая рыба. Он пробыл в ее чреве целых три дня. В чреве рыбы три дня и три ночи. Затем эта большая рыба его выплюнула, и он решил послушаться Бога. Он решил направиться в Неневию, чтобы рассказать им, что на них надвигаются суды Божии. И хотя он послушался Бога, он сел неподалеку. Он ожидал, что жители Ниневии, конечно же, не покаются. И их ждет погибель. Он ждал других результатов. Да, потому что он был крайне ошеломлен этим. Ну и еще два героя. Второй герой Библии — это Соломон. Он тоже связан с Иопией. Когда Соломон, а до этого Давид, собрались строить Богу храм, все бревна для храма приходили из Ливана именно через Иопию. И далее уже направлялись в Иерусалим. Царь Цира послал своих лучших специалистов, включая всех работников, да лучших ремесленников, для участия в строительстве храма в Иерусалиме. Храм в Иерусалиме был построен для Яхве. Но не только евреи строили его. Храм был построен совместными усилиями. В строительстве участвовали работники из разных языческих стран. Как мы помним, это был и царь Тира, о котором мы сказали, и другие цари. И они привозили материал. Да, также материал был поставляем из разных языческих стран, бревны из Ливана и так далее. То есть сам Бог так задумал, что его дом должны были строить евреи и язычники. Это о многом нам говорит. Это пророческая иллюстрация. Дом всех народов. Да, и снова задействована Иопия. И следующая личность — это, конечно же, апостол Петр. Да. Также сыграл особую роль. Он был в Опии, как говорит нам Библия, находился возле моря в доме Симона. В этом доме он увидел видение с небес, увидел большую скатерть с разного рода животными, и он услышал голос ⁇ Встань, Петр, закали и ешь ⁇ И вот что он отвечает, услышав Божий глаз. Ни за что, Боже, это нечистые животные. Они... Не кошарное, я не стану этого делать. Это нарушение закона Моисеева. Он видел видение трижды, и Господь, наконец, сказал ему, что Бог очистил, того ты больше не почитай нечистым, того больше не почитай нечистым никогда. Аминь. Он понял, что Бог говорил обо всех народах. Он видел это видение в Эопии? Да, это произошло там. Потом пришли люди из Кесарии, он последовал за ними, произошло призвание язычников, сотник корнилей, и весь его дом приняли Слово Божие. Они слушали, о чем проповедовал им Петр, и Дух Святой сошел на них так же, как это было в горнице в самом начале в Иерусалиме. Ты помнишь, да? Да, мы видим, что Иона был связан с Иопией, Соломон, Давид и еще апостол Петр. Поэтому город Иопия является важной вехой в призвании язычников в исполнении обетования, данного Богом Авраам, что в нем благословятся все народы. Да, все народы. Поэтому мы называем Иисуса «желанный всеми народами. Мы хотим помолиться о вас прямо сейчас. Мы хотим молиться о вас, чтобы послание Евангелия переполняло ваше сердце, и чтобы вы могли делиться им с другими. Пусть Господь коснется вашей жизни прямо сейчас. Отец Своими Иисуса, мы верим, что Ты прямо сейчас прикасаешься к Своему народу. Мы благодарим Тебя за прикосновение Божие на каждом телезрителе по всему миру. Мы благодарим Тебя за каждого человека, кто смотрит нас, провозглашаем, что сила Божия прикасается к Ним. Отец, я молюсь, чтобы огонь Святого Духа горел в их сердцах, и чтобы они несли послание Иисуса, желаемого всеми народами, всем окружающим их людям, чтобы они были эффективными свидетелями Евангелия. Я молюсь, чтобы ты разрушил все преграды, все предвзятые идеи. Мы высвобождаем на них свежее помазание, приносить Евангелие на всякое место. Отец, я молюсь за больных. Да, Господь, освободи их силой Твоей. Я приказываю всякой немощи и болезни оставить их тела во имя Иисуса. Я противостою боли, болезням, всякой форме угнетения, разрушаю власть дьявола во имя Иисуса. Отец, мы благодарим Тебя, что Твоя слава прикасается к людям. А теперь Ты помолись. Отец, мы благословляем Твой народ во имя Иисуса и разрушаем всякую работу врага, всякое дьявольское угнетение, все, что враг собирается сделать, дабы угнетать, разрушать, наносить вред твоему народу, мы разрушаем это прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Мы отпускаем измученных на свободу во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем вашу победу во имя Иисуса Христа. Мы поднимаем знамя крови Иисуса над вашим домом. Мы провозглашаем ваше исцеление, ваше спасение. Провозглашаем, что вы свободны во имя Иисуса. Я провозглашаю, что ваша ситуация решается силой имени Иисуса. Враг не сможет вас одолеть, но вы будете иметь победу над ним. Потому что эта победа — факт. Она дарована вам Иисусом Христом. Примите ее прямо сейчас в свою ситуацию. Может, вы прикованы к постели и страдаете от болезни? Мы посылаем слово исцеления прямо через экран. Примите ваше благословение. Примите силу, которая высвобождается через экран вашего телевизора, чтобы вам исцелиться, полностью выздороветь. Примите сверхъестественное исцеление. Аллилуйя! Во имя Иисуса мы посылаем благословение Божие, силу Божию. Мы посылаем вам Божье исцеление во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо, Господь, во имя Иисуса. Аллилуйя. Я верю, что Бог прикасается сейчас к людям. Вы обретаете свободу силой Духа Святого. Во имя Иисуса дайте нам знать, если Бог коснулся вас, исцелил вас и освободил. Если вы ощутили Божие прикосновение, пришлите нам свою историю или молитвенную нужду на наш электронный адрес. Мы получаем отзывы со всего мира. Мы верим, что на этой программе помазание от Бога освобождает людей. Оно разбивает всякое ермо, и люди исцеляются. Бог исцеляет вас сейчас во имя Иисуса. Он прикасается к вам. Примите это верой. Во имя Иисуса. Аминь. Нам нравится послание о том, что Иисус — желаемый всеми народами. И мы верим, что вы являетесь носителем Евангелия Царствия на всяком месте, где бы вы ни находились. Хочешь что-нибудь добавить? Да, для меня большая радость снова быть с вами. Поддерживайте с нами связь через наш сайт или электронный адрес. Мы будем ждать ваших писем. Аминь. До встречи.